Let the carnage begin! Привет, ребята! Я вновь в эфире, это значит, что настало время космических приключений. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, Хорус снова с вами, и мы вспоминаем содержание предыдущей серии. Отбив несколько форпостов, освободив пленников, собрав инженеров и вернув доверие сопротивления, Нара и ее разумный корабль отправились к мегалучу, способному открыть портал внутрь адского разлома. Но вы же не думали, что все будет так просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Естественно, культисты притащили к лучевой пушке здоровенный дредноут, который своим корпусом заблокировал спасительный выстрел. Силам повстанцев, сообща, пришлось вступить в бой с опасными противниками. Им удалось отвлечь врага, а Нара и Форсейкен тем временем стремительными ударами наносили крупному кораблю сектантов пробоину за пробоиной. В конце концов, дредноут не выдержал мощных атак героев и разлетелся на куски. Луч пробился сквозь преграду, а проход в разлом оказался открытым. Влетев в огненное чрево, Нара и Форс увидели представшее перед ними чудище. То был самый настоящий, стопроцентный, натуральный, адский сатана. Изрыгая из себя проклятие, оскорбление, исчадие зла, направляла на Нару орды супостатов и угрожала фатальными лучами смерти. Но Нара, без сомнений, благодаря темной стороне силы, всякий раз умудрялась уворачиваться, параллельно отстреливая мегаволсу его клешни и щупальца. Наре удалось добраться до самого сердца сатаны. Тычок в красную кнопку, и ракета с боеголовкой из чистого хрен знает чего расхреначила в лоскуты мотор инфернального монстра. Портал закрылся. Разлом закрылся вместе с ним. На Мароке наступил снова мир, наконец-то, но путь Нары отнюдь не закончен. Истребительница всяких скотов и утырков готовится к матчу на чужом поле среди священных для сектантов ледяных глыб, посреди пугающей космической пустоты. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и бохи, товарищи, друзья, приветствую вас на этом прямом эфире на портале, на платформе ВК, ВК Play Live, на Твиче, в записи на Ютубе. В общем, мы продолжаем историю. Итак, друзья. Поля, так сказать... Поля Кнука. Ой-ой-ой-ой. Вот эти вот ледяные поля. Не спрашивайте меня, почему в открытом космосе торчат куча ледяных глыб. Как они здесь появились? Почему здесь ветрено и дуют? Ткани мироздания. О, разрывы. Надо поспешить. На самом деле нет. На самом деле надо улететь. Пока еще рано этим заниматься. Ой. Ёканый бабай. Я собирался было сделать маленькое вступление. Но нет. Мне нужно закрыть разрывы.
Что, собственно говоря, я только что и сделал. Больше безликие не смогут здесь появляться хотя бы какое-то время. Пока что не будут. Я чувствую поблизости. Фрагмент ритуала. Мы потом с этим разберемся. Надо остановиться слегка и подумать. Так вот, вообще-то я хотел вступление маленькое произвести, пока нас тут прервали. Между прочим, наконец-то мы прибыли на поля Кинука. Поля Кинука! Именно здесь безликие впервые объявились человечеству. Эти духи потусторонние. Именно здесь, на полях Кинука, таинственная сила выбрала своего лидера. Великого пророка, сектанта главного, Джольс Геймеру Чебидонова, такого нами всеми нелюбимого. Сердце, где прошла эта историческая встреча, в настоящее время является самым святым местом секты. Именно сюда мы прилетели. Я так чувствую, что мы на чужом поле. Я так чувствую, что помогать нам будет абсолютно некому. То есть нам помочь будет некому. То есть не мы будем помогать, а нам будут помогать. Вот, тут, короче, все враги, как говорится... Падмы где? Кругом враги, нафига мне две ноги? Отруби мне обе, Оби-Ван Кеноби. Так, ну мне бы хотелось, наверное, отправиться вот в эту часть сначала. То есть вообще, игра меня направляет в пещеры храма Кинука, чтобы я там нарыл себе очередной какой-то новый, видимо, аспект. Может быть, ритуал какой-то новый. И честно говоря, можно было бы полететь сейчас... обследовать всю эту местность, но я боюсь, что противники могут новые появиться. А раз появятся новые противники, то, скорее всего, у них будут еще и новые способности. У них будут новые способности, у меня должны быть новые способности, соответственно. Поэтому было бы неплохо, если бы мы туда прилетели как-то пораньше. Мы нашли какую-то новую точку. Вот такое вот у нас место здесь на карте, тут очень много всяких разных здоровых, опять же, повторюсь, ледяных глыб. Еще раз повторюсь, не спрашивайте меня, как они здесь оказались. Как же мне сюда пролететь, в этот храм? Он спрятан, мне кажется, он в глубине чего-то спрятан. Как нам туда пролететь, не очень понятно. Может быть, действительно, нам нужно было сначала лететь вот к этому строению? Потому что, честно говоря, я не очень понимаю сейчас, как тут пролезть. Желательно еще так, чтобы... Ой! Гражданский корабль. А чего вы здесь делаете? Гражданский корабль, какими судьбами вас сюда занесло? Чего вы тут забыли? Сейчас мы услышим какую-нибудь сердобольную историю. Заглушаем наши двигатели, чтобы не врезаться в гражданский корабль. Говорит Нара, вам требуется помощь? Мы направляемся в торговую гавань. Нам сообщили, что поблизости были замечены вражеские корабли. Вы можете нас сопроводить? Конечно, следую за вами. Блин. Ну, последняя вещь, которую я хотел, это следовать за каким-то гражданским кораблем. А может быть, у нас Краму отведет сейчас? Может, нам покажет тайный проход? Главное, чтобы он не отрывался, у них на неускорении двигатель такое ощущение мощнее. Мы потихонечку сокращаем. А может, нас в ловушку ведут вообще какую-нибудь? Вот он, храм-то, собственно. Все, мы его отрыли. Может быть, грузовой судно здесь и неспроста. Не забываем сканировать окружающей местности. Оп. Ну вот. Я так и знал. Death imminent, you little bitch. Да. Надо его немножечко сбить.
Я получаю разрушитель. Так, на ускорение. Ух! Я думаю, что не пробьет щиты корабля гражданского этот маленький корабль, потому что, ну, слабоват он. Я так думаю, что будет на нас еще одно какое-нибудь нападение. А, нет, еще один какой-то чувак есть. Пиу, пиу, пиу. Выстрел Лазаря заканчивает это сражение. Сейчас будет еще один выстрел Лазаря. Мы у чувака заберем. А, их там несколько. Большой какой-то бомбер. Такое ощущение. Естественно, надо прыгнуть к нему за спину. Сразу же нахлобучить. То все? Или еще кто-нибудь есть? Я их не вижу, никого. Вы теряете корабль? Цель вне зоны досягаемости. Оп, мы быстро сократили эту зону досягаемости. Чуть было не улетел от нас. Да, вот такой вот у них тут космос. Здесь холодно, здесь летает снег в вакууме. Как он так быстро летает? Вот. И дует ветер еще, ко всему прочему. Холодный. Мы прорвались. Дальше вроде должно быть чисто. Вот вам за беспокойство. Спасибо, капитан. Будьте осторожны. 1250 кредитов. Магазинов здесь поблизости нет нигде. Хорошо. Отвезли в безопасное место. Прорвались. Тут какие-то обломки кораблей мы видим. Возможно, тут была какая-то космическая битва грандиозная. Это храм. 7 лет прошло. Ты хорошо все помнишь? Я помню свои уроки. И то, что пророк тогда был другим. Как будто рассеянным. Это очень на него не похоже. Что бы его тогда не тревожило, прошлое может привести нас к нему. Я надеюсь, что мне сейчас дадут какое-нибудь очень крутое усиление. Я очень надеюсь, что... Я очень надеюсь на то, что будет несложным задание. Оно будет не слишком смертельно опасным. А то я сейчас, конечно же, как всегда, занервничаю и залипну. Но мы приближаемся к храму. Ледяные пещеры. Ой-ой-ой. Что это? Какие-то... Орда! Самонаводящаяся порча, уязвимость к атакам... применением взрывчатки. Ни хрена себе. Баздроиды. Ой-ой-ой. Это точно баздроиды. Это баздроиды. Это звездные войны, и это баздроиды. Yes. Мама. Ни хрена себе не стреляют. Можно было сразу так сделать. Безлики адаптируются. Они развиваются, как и все люди. И я. Все-таки пора заходить. Все-таки это духи тоже, в общем-то, перенимают какой-то опыт у наших многоуважаемых людей, с которыми они постоянно встречаются, так или иначе. С ракетами, конечно, можно с ними справиться, но я так думаю, что... Да, может быть, пушки Гатлинга были бы эффективны, но с другой стороны, мне надо использовать свои способности.
Насчет захода со спины как-то я не уверен. Но удар молнии издалека на них неплохо так влияет. Мы входим в храм. Он замерзший. Он очень замерзший. Тут минус 40 тысяч градусов, наверное. Цветочки какие-то летают. Тьма, она подпитывается энергией из этого места. Его тайнами. И виной. Моей. И пророка. Мне уже как-то не очень приятно. Изучить жизнь пророка 0 из 3. А как это сделать? Я бы изучил. Что нам расскажет игра по этому поводу? Где найти все это дело? Ну, тут какие-то меточки есть. Узнать о пути пророка. Что за цивилизация строила эти храмы? Пророк ли это делал, или все-таки, может быть, это случилось до того, как он сюда попал? Может быть, это были безликие? На всякий случай проверим, вдруг тут камень ломается. Нет, этот камень не ломается. На него вообще ничто не реагирует. Хотя кое-какой луч сюда ведет, на самом деле. Может быть, мы получим умение какое-то чуть позже и сможем такие камни ломать. Но это, как вы понимаете, очень сильно не точно. Ну, там что-то наверняка есть. О! Вот эту фигню я помню. Хлобысть. Она отрастает? Она не отрастает, хорошо. Еще бы знать, в какую мне сторону лететь. В эту, в ту. Я нашел только что какое-то воспоминание. Великий пророк, я готова к последнему ритуалу, говорит Нара. Нара, твоя сущность стала совершенно чистой. В гармонии со всей вселенной ты превзойдешь всех старейшин. Превзойдешь всех старейшин? Это удалось лишь ему одному. Наверное, он видел твой потенциал. Неужели есть нечто большее? За гранью моих ритуалов, думает Нара сейчас. Разрываем еще одну закрытую часть этой пещерки. Я надеюсь, что этот луч ведет нас все-таки к воспоминаниям, а не просто мы так летим. На всякий случай пушки Гатлинга мы уже приготовили к расстрелу противника. Хотя, с другой стороны, тут такие противники иногда попадаются, что они прям вообще неуязвимые. Лучше от них убегать. Но нас куда-то определенно ведет. Я лишь только надеюсь, что мы ничего не пропустили. А, ну да, можно было пролететь здесь, и тогда я, наверное, не попал бы. Сектор 1? О, я нашел какой-то ящик. Секретный. Ага, деньги. Зараза, тут ведь реально можно заблудиться. Вот и пещере ничего нет.
аккуратно пролетаем. И главное не очень быстро, чтобы не разбиться, никуда не впилякаться. Стоп. А вот и основной храм. Такой весь из себя красивый и привлекательный. Ну-ка, ну-ка. Понаблюдаем за этим местом замечательным. Я вижу у себя впереди еще одно воспоминание. Может быть, там сбоку что-то есть? Мне кажется, я какие-то метки видел где-то. Что это за звук был только что? I don't necessarily like it, между прочим. Ощущение, что сюда кто-то прилетал на каких-то кораблях. От этих кораблей, в общем, ничего особо не осталось. Ага. Великий пророк, это истинная сила. Да, это она. И наш путь к Хору. Это только начало. Мало только лишь овладеть ритуалами. Само по себе это не придет к Хору. Пророк сумел найти путь, лежащий за их пределами. Но как? Сейчас нам объяснят, наверное, может быть. Врата. За ними открывается путь еще глубже во тьму. Я тоже ощущаю скверну этого места, говорит Форсейкин. На заднем фоне кто-то начинает выть. Что мы еще тут можем найти? Интересно же. Наверняка же тут могут быть какие-то секреты спрятаны, да? Как вы думаете? В храм-то, понятно, надо войти, но тут же что-то наверняка есть. Не просто ж так они такое большое место тут построили. Эти разработчики спрятали, наверное, какой-нибудь ящик еще прикольный. А может быть и нет. Ой. Легко запутаться и заблудиться. Куда я вот сейчас лечу? Где был вход? Товарищи, товарищи. Ладно, давайте пойдем по тому пути, который нас направляет внутрь этого замечательного красного здания. Ух, надеюсь, я не помру. Так, чё? Узнать тайну пророка. Изучить жизнь. Может быть, вот эти вот две метки говорят нам про изучить жизнь. Я не знаю, я здесь первый раз. Ничего я никаких гайдов не смотрел, не изучал. О, какая интересная красная стена. Видимо, защитная. А может быть, это какая-нибудь скверна, порча, сюда залетишь и сдохнешь. Короче, это какое-то очень опасное место. Ой! Глаз животворящий. Бамс. До свидули. Проход открыт. И еще раз. Я чувствую, что-то там это пульсирует. За стенкой. И кто-то шепотом разговаривает со мной. Голоса в голове. Галактика охвачена распрями и болью. А человечество с каждой новой волной причиняет и все больше страданий. Я верил, что пророк жаждет мира. Вполне достойная цель. Уничтожение Нимики мира не принесло.
Думает про себя Нара. Так, жизнь пророка, мы изучили 2 из 3. Но почему-то в этой жизни пророка во всех воспоминаниях присутствует Нара. Я все-таки рассчитывал, что там будет только он один. Ну, ладно. Мы против особо не будем. Ой. Corruption. Corruption из No More. Но проходы узкие. Если вдруг придется резко сваливать, я, конечно же, 100 раз во что-нибудь врежусь. О, мы облетели какую-то красную зону. Но там, видите, да, тоже осколки какие-то. Там тоже кто-то погиб. А, кстати, ящик. Надо аккуратно к нему подлететь и затащить. Но это, кстати, к сожалению, всего лишь только деньги. Я бы какое-нибудь усиление хотел получить. О, еще одно воспоминание. Да направить тебя песнь бездны. Но она чрезвычайно нестабильна. Твоя мудрость поможет сдержать ее. Песнь бездны. Пророк жаждал слиться с нею. В хоре. Он нашел способ. Извращенец. Мой путь открывается передо мной. Я помню ритуал. А, я помню путь ритуала в конце. Вот мой ключ к пути в клубе. О-о. И сохраниться, конечно же, здесь нигде нельзя. Безусловно. Можно только загрузиться. Ну-ка, давайте просканируем это место. Тут какая-то стенка. Как говорится в одном художественном фильме, товарищи, здесь же только что была стенка. Ох ты. А это что за смус-мумрик? Очевидно, молния на эту хренотень не работает. Ладно, надо лететь дальше, что делать. Только аккуратно. Не попадая в красные поля, их тут гораздо больше, чем нужно. Ой, чую, нам придется отсюда сваливать очень резко. О-о-о-о. Я еще тут попаду. Куда не надо, ну-ка. Так. Эту пульсирующую хрень мне надо было посмотреть, конечно. А, видимо, мы сейчас будем новым ритуалом пользоваться, скорее всего. Что-то мы тут отрыли. Ну-ка, на всякий случай я наверх слетаю. Есть тут что-нибудь? Нет, здесь просто голая стенка. Ну, давайте исследовать эту неизвестную нам хреновину. Нара в трансе, у нее открываются глаза. Опять шепот в голове. I hear voices in my head. Они все красные, все стоят куда-то смотрят. Это армия. Армия сектантов. Сектантов с красными глазами. Они не спали, да? Оп! Прикольно, жест. Кулачок вверх. О! Ваша воля, ваша сила преодолеют прошлое. Освободим же человечество от его внутреннего хаоса. Мы едины. Один голос. Именем пророка мы готовы нанести удар. Единая сила. Египетская сила. О, она вспоминает атаку на Нимику Прайм. Пусть они узреют свет хора. Хорус. И все начинают сразу это, скандировать хорус. Она речь что-то как-то резко поплохела. Зашло за тучи, солнце поплохело, хреново стало мне. О! Воспоминания жесткой битвы. Адская мочилова. Хорус. Ой-ой-ой. Опять Нара. Нара. Мы в атаку. Мы можем сделать выбор. Бздынь.
Я знаю, он ситх. Следуй за тебя за хором, говорит Нара. Опа. Чё это? Мы можем прорваться сквозь трещины. Ритуал звезды. Ёкарный ты, бабай. А можно мне теперь посмотреть, что это такое? Удерживайте спейс, чтобы прорваться через противников и преграды. О! Это практически прыжок в гиперпространство, да? Теперь давайте поясните мне, что я только что открыл. Что я жесть только что открыл. Так, ритуалы. Нара и Форсейкен превращаются в раскаленный не хуже сверхновый метеор, несутся вперед, пробивая насквозь врагов препятствия на своем пути. С помощью этого ритуала Нара фокусирует гнев и подавленную ярость своих противников и вытягивает их в реальность, преобразуя в чистую силу разрушения. Враги могут принять ее за пылающую звезду, но на самом деле их сжигают их собственный гнев и ярость. Слушайте, может быть, таким образом можно вот эти вот роевые хреновины мочить. А тут много кого можно мочить, на самом деле, таким образом. Пролетая просто мимо. Прикольно. Нажмите Space, чтобы на немыслимой скорости насквозь пробить противника или строение, пока невыносимый жар наносит урон всем оказавшимся поблизости врагам. Крупные корабли можно так валить? Интересно. Прикольно, надо попробовать. Я вот такую же фигню, вот эту вот, с белым вот этим освещением, с желтыми разводами, видел как раз, как это называется, в том месте, где, короче говоря, в червоточине, да, в том месте, где корабль наш собирали. Я думаю, надо будет туда вернуться как-нибудь и посмотреть, что там спрятаться, потому что там тоже какой-то храм был. И там была вот такая вот фигня нарисована. Я когда обследовал, видел ее. Так что вот. Что такое, что я тут тоже еще сделал? Я получил разрушитель 5 уровня. Ага, я убил 750 врагов. Максимально возможный наносимый урон увеличен на 20%. Это здорово. Аспект ритуала. Хорошо. Прорваться через преграду. Ёпсель-мопсель. Я падающая звезда, разрывающая мрак. О. Ой-ой-ой. Там кто-то рядом. Кто-то рядом, это не очень здорово. Опа, мы прорвались. Ой. Я чувствую, что за нами бегут. Я постоянно куда-то врезаюсь. Я тут еще пилот. Я так чувствую, что мы это, то ли по кругу летаем, то ли еще что-то. Куда-то это должен круг вести. Порочный. А хрен. Что я сейчас должен сделать? Скажите, пожалуйста, как я должен вырваться отсюда, да? Эти желтые фигнюшки, я понял, да. А дальше-то что?
Через эту фигню я, видимо, пролететь не могу, или могу? Я только что застрял. Называется «Саня, догадывайся сам». Короче, надо эти, видимо, фигни все сбить. На предельно высокой скорости. Похоже, мне это только что удалось. Ворота открываются. Да, молодец. Догадался, допетрил. С трудом, с большим, как всегда, тормоз, чертов. Так, у нас новое помещение. Там кто-то гудит. Мне это не нравится. Нам дадут возможность еще какие-нибудь пророческие воспоминания посмотреть. Так. Поля мучений. Ёпсель, мопсель. И что мне делать? Поля мучений. Я чувствую, что мне надо лететь сквозь. Ага, вот так вот. Пропустил я нужные мне воспоминания, или они все-таки впереди? Мне кажется, что впереди. Но я не уверен. Во всяком случае, эти две метки остались на месте. Очередной какой-то ледяной, очень длинный пещерный проход. И это что? Сектор 2. Тьма становится еще глубже здесь. Да. Она здесь повсюду. Это что? Типа ящик какой-то. Что-то сверху. По-моему, там воспоминания что-то блымает. Ой, не пугайте меня такими звуками, товарищи. Я — это древняя мудрость, чистейшая мощь. Она может уничтожить всех нас. Могу ли я действительно контролировать ее? Задается вопросом сектант. Пророк. Его одолевали сомнения. Но ведь он всего лишь человек. Да. Трудно воспринимать его как человека. Угу. Ящик, но закрытый. Так, развернемся. Интересно, сквозь эту дверь можно пролететь или как? Нам точно сюда? Написано вроде да. Ну-ка. А двери не пробивает, представляете? И что мне делать? Приста хочется, а дверь не пробивает. Очень странно. Может быть, они где-то открываются? Может быть, они где-то открываются. Но щит я себе сбил только что. Полетим дальше, посмотрим, что тут есть. Секретный задний проход я нашел, а толку-то от него?
Подождите, а это что такое? Хм, интересно. Может быть, она там тоже по такому же принципу эта дверь работает или нет? Аккуратно. Нет, очевидно, что нет. Очевидно, здесь должен быть какой-то другой секрет. Что-то, какая-то кнопочка. Рычажок, который можно потянуть и открыть эту дверь. Стрелочка показывает, что нам нужно сюда, в сектор 2. Много каменюк летает. Повороты очень резкие, быстрые. Оп. Что это? Он не очень понятно, куда мы залетели. О, там два каких-то прикольных ящика. Там что-то наверняка есть. Может быть, новые какие-нибудь сеты, наборы. Наборы умений. Ну, может быть, нас туда в любом случае приведет сейчас туннельчик. Ага, так. Наверху. Наверху нечто. Так, это можно взорвать или как? Два каких-то контейнера. И мотор какой-то лопасти, не знаю, чего-то там. Понятно. Это еще один был ящик с кредитами. Ну, это, видимо, дверь какая-то закрытая. Ну и, блин, слушайте, я думал, что, может быть, что-то прикольное тут дадут. Ну нифига. Какой-то просто долбанный ящик с деньгами, которых у меня, в общем, кстати, между прочим, уже, если мы на корабль посмотрим, 36 тысяч. А купить на них нечего. Я считаю, что это проблема. Так. А разворот? Здесь определенно была когда-то какая-то база, потом она разрушилась и замерзла вся. Путь перекрыт. Так, и что дальше? Вина следует за нами. Бля. Конечно. Вы погибли, я так и знал. Может быть, надо было вперед пролететь? Она сказала назад, я развернулся лететь назад. Наверное, надо было все-таки вперед лететь. Так, а ну, ящики-то, конечно, остались уже собранными. God damn it, ой. Только увидел опасность, сразу испугался и убежал. А. Похрен. Конечно. Все, я понял. Надо было свернуть налево.
Или направо. В общем, надо было куда-то свернуть. Да, я чувствую, я буду очень долго это проходить. Своими способностями к полетам. Я так и знал, что это же неспроста. Это же еще дурацкая хреновина летает очень быстро. Вина, блин. Ну, шевелись, шевелись, шевелись. Но она никуда не делась. Так, чё? Через меня песнь бездны зазвучит с новой силой, достигнет этой реальности, свяжет нас вместе навеки. О-о-о. Я уже чувствую это. Остался еще один ритуал. Через этот ритуал пророк настроился на безликих. Место проведения ритуала должно быть где-то поблизости. А чё все? Да ёп. Ну, конечно, у меня закончились уже все эти штуки, и я сдох. Фак. Как я должен был понять, что мне, что мне надо было в ту сторону бежать? Да отвались ты от меня, сволочь! Да! Тут ебона мать! Дурацкая беготня, блин! Как я должен тут уворачиваться? Она так быстро летит за мной! Саново бич. Такое ощущение, что мне надо мышку сейчас настроить. Да вы чтоб вы. Да двигайся. А чё, она мне достала, что ли? Мне кажется, что я пролетел. Саново бич. Двигай, родной. А почему? Фу ты, ёп! Форса, я здесь была однажды. Ясно. Это воспоминание. В нем должны быть ответы. Я что-то как-то даже не подумал, что там надо было еще это,
на другой ритуал жать. Нет, это не дрейф транс называется. Как же он называется-то? Ритуал охоты. Я не думал, что надо было жать еще на ритуал охоты, ко всему прочему. Но оказывается, нужно было. Только после этого нам дали возможность прыгнуть. Адская бубуйня за нами бежала. Но мы от нее с трудом оторвались. Так, это что? Тут есть что-нибудь еще? Ну, дальше нам по-любому куда-то придется еще идти. Сверху что-то, снизу что-то. Дверь закрыта. Определить место проведения ритуала. Хорошо. Я слишком близко подлетел, да? Понятно. Мои старейшины, час близится. Наконец-то я стану един с безликими, с вами, со Вселенной. Я буду видеть и ощущать абсолютно все. Вечное умиротворение, совершенная гармония. В хоре Пятницкого. Присоединяйтесь ко мне в нашем сердце. Сердце. Вот где был проведен ритуал. Но мы пока что не едины. Не хватает еще одного. Присоединяйся к нам, старейшина Наран. Замкни наш круг. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой... Прорваться через орду безликих. Оп! Ю! Саново! В меня стреляешь? Иди сюда, иди сюда, билец! Let's go, boys! Нет, здесь надо, короче, с ними... по-другому воевать. Щиты они сносят, конечно, знатно. А чё я не могу подобрать-то? Дыщ. Где вы? Бумс. До свидания. Не слишком ли вас много тут, а? Попадают они в меня больно. По-моему, я в кого-то сейчас только что попал. Очень хорошо. О, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Да вы надоели.
Отцепитесь от меня! Сколько их всего там будет? Как там можно от них уже отвязаться? Вот это было уже неплохо. Так, где? Мне хорошо нападать издалека, когда ты видишь своих противников. Так, остальных мне тоже, наверное, надо валить. Вот это делать не очень удобно. Все? Уходим отсюда. Мы должны добраться до места проведения ритуала, до сердца. Оно нас приведет к нему. Блин. Что-то как-то сложно все. Сложно. Видимо, потому что здесь ограниченное пространство и неудобно абсолютно воевать с противником. Они гораздо более маневренны, чем я. Но надбились. Пока что. Прорыв вперед. Естественно, тут стенка. Как иначе? Мы так думаю, здесь думаем, что здесь пророк. Или... А, мы покидаем пещеру. Мы вернулись в ледяные поля. Звездопад. Я тут думала, пророк. Он объединился с безликими. Но это изменило его. Я думаю, что они поглотили его. О. А что если случится со мной? Если безликие узнают все, что я знаю. Это будет конец всему. И всем. Все человечество будет обречено на страдания из-за меня. Ты не он. Ты преодолела множество своих слабостей. А сколько еще их у меня осталось? Мы единственные, кто сможет его найти. И мы найдем. И замочим его. Так, ну я так полагаю, что нам отсюда пока что не уходить, да? Так... Сердце. Нас как-то стремительно ведет по сюжету. Это тоже какой-то, видимо, храм или что там, церковь. Какое-то козырное место, короче говоря. А, ну мы вышли не совсем оттуда, откуда мы входили, мне кажется, или нет. Что-то как-то высоко здесь. Мне кажется, вход был немножко ниже. Надо будет здесь все обшарить на предмет каких-нибудь интересных, очень интересных новинок. Новых зон, каких-нибудь секретов. Ой-ой-ой-ой-ой. Замотало аж меня сейчас немножко, замотало. Посмотрим. Что это? Здесь точно была какая-то битва крупная. Место древнего крушения. Исследовать крушение все-таки. Я думал... Форс, в этих обломках кроется какая-то энергия. Сила, может быть. Скрытая длинной темной ночью в песне. Эта энергия может усилить тебя? Да. И напитать мои ритуалы. Эти обломки выглядят древними. Что говорят твои сканеры? Им примерно 200 лет. Задолго до создания секты. Понятия не имею, как они добрались сюда. Охота! Охота! Ой, Нара стонет. Я слышала воспоминания. Но я не могу засечь его. Предлагаешь осмотреться?
Ну, раз уж мы здесь, давайте примем задание и пошаримся. Да, но мне понадобится якоря. Любой момент, предмет, который поможет настроиться на это место. И твой ритуал может направить нас. Похоже на какой-то крупный республиканский Star Destroyer. Псы джедаи здесь побывали когда-то. Не, ну серьезно, вот мостик. Ну это прям какой-то корабль класса Винатор. В натуре. Что это за существа? Сущности. Мы близко. Мы нашли какой-то ящик. Черный. Нет. Монстры. Демоны. Перед смертью люди испытывали настоящий ужас. Они столкнулись с безликими. И так и не поняли, что их убило. Ага, ну да, ну мы же говорили о том, что здесь безликие впервые появились. Вполне возможно, как раз эти люди стали их первыми жертвами. Несчастные. Ага. Еще один корабль, раздолбанный. Так, вход где-то с этой стороны. Это песня! Слышишь ее? Еще один якорь. Песня. Песня кого? Чья песня? Кого-то мучили песнями Стаса Михайлова, наверное. Все для тебя. Размеги и туманы. Нескончаемые. Сплетенные гармонии. Может быть, кто-то из них был отмеченным и слышал песнь бездни? Редкий дар, но столь же древний, как и человечество. Нет, если бы тут снег не шел, я бы сказал, что здесь очень красиво и прикольно. Но снег откуда-то здесь, и я не пойму откуда, на самом деле. Так, еще где-то, наверное, должны быть какие-то якоря, вот, да. Они правы. Все верно. Yes. Yes. Последний якорь. Последний якорь. Предатели. Обманщики. Я вас всех убью. Привлеченные тайными желаниями этих людей, безликие пришли и завладели ими. Они ищут любую возможность воплотиться. Я нашла все, что нужно. Я готова настроиться. Безликие. Вот так вот. Я не успел даже нажать на кнопочку Space. Как мы прорвались сквозь эту толпу безликих и резко ее нахрен уничтожили. Стерли в пыль. Вот это да, вот это да. Воспоминание завершилось. Сейчас последний шаг. One final step. Так, и что? Где? Мы нашли меточку в 3 километрах. Ну, хорошая у нас появилась способность-то, которая позволяет на больших открытых пространствах. Вот он. Короче, это огромное количество врагов сразу отправлять к праотцам. Охота. Что тебе охота? Предательница, ты убиваешь нас. Покойся с миром. За что ты так с нами? За что? За что? Поселенцы стали драться между собой. И безликие приняли их ярость.
да, и воплотились в них. Но еще я чувствую заряд энергии. Где? Он скрывается передо мной. Юху! Where are you? Что-то блымает где-то. Ага. Это что? Фрагмент энергии. Он повышает мою силу внутри меня. Отлично. Можем ходить? Да. Почему эти поселенцы явились сюда вместе, раз не доверяли друг другу? Людям свойственно заключать временные союзы, странные. Особенно в военное время. Их вело отчаяние. И секреты, которые в итоге их погубили. А в итоге их погубили. Секреты, секреты. Что? О, я там еще что-то нашел внизу. Это ящик. Нара, вы с пророком были довольно близки. Да. А потом мы стали отдаляться друг от друга. В конце концов, я стала простым наблюдателем. В смысле? Мы становились сильнее, вся галактика считалась с нами, а он все меньше говорил о Хоре и все больше о власти. И я не была уверена, замечал ли он вообще мое присутствие. Замечал. Даже пророку нужен кто-то, кому можно доверять. В каком смысле они были близки? О, Circle Communication. Нет, это деньги. Это вот здесь силы круга, да? Силы квадрата. Что, нанесен им визит? Так, вот там что-то есть. Какая-то ботва, ну ладно. Yo guys, how you do? How do you do? Ой! Не попадопало. Подопало. Так много кнопок, я уже забываю, на какие жать. За спину. Так, мы готовы? Хорошо. Вот еще? Двое, мне кажется. Встречным огнем накрыли противника. Мне кажется, еще один кто-то должен быть. Где-то. Или нет? Все, вижу. Бум! Так, вот что значит, я чувствовал. Хорошо, что мы это подобрали. Еще 250 монет. Сбили меня в смысле, я ж куда-то летел. Вот где я теперь? Остановился. Вот это вот врата, да? Вышковая.
Надо смотреться. Так, вот это мы нашли и открыли. Место древнего крушения, храм Кенука. Гавань Кангак. Давайте слетаем туда по-бырому. В эту гавань. В этот Кангак. Культисты! Культисты. Нападают на мирных граждан. Куда вы щемитесь, а? Ты, не попал я. Догоним его? Кажется, мы его догнали, но не совсем. Юноша. Отстреливается? Так, не забываем, что Q за спину. Разгон. Комбо получается, смотрите. Спасли кого-то из сопротивления за немножечко денег. Какой-то сигнал. А, мы как раз летели, и нас немножечко отвлекли. Ну, кстати, я хочу обратить внимание, хорошая комбо может получиться. То есть ты сначала прыгаешь противнику за спину на буковку Q, потом ты на буковку F сбиваешь ему мотор, направляешь его в нокаут. Ёпа-мать. Странно, как я пролетел мимо той фигни. За минуту эти 5 штук можно собрать спокойно, я думаю. Если сильно не тупить. Очередной разлом закрыли. О! Чего я нашел только что? Фрагмент ритуала? Здорово. А он здесь должен был появиться? Бонус к энергии. Чистая энергия внутри меня растет. Стоит ли отправиться по сигналу? Ой. Я фиксирую многочисленные сигналы дронов. Эта модель должна быть тебе знакома. Точно? Историк Лав использовал такой в системе Стеги. Но почему именно здесь? Действительно очень странно. Надо посмотреть. Так, что мастерство? У нас есть, между прочим, новое умение в мастерстве. Звезда, так сказать. Ну, оно понятно. Новый ритуал, новое умение. Мы уже добрались до второго уровня. Максимальный уровень дает
50% длительности ритуала. То есть каждый раз, когда мы набираем новый уровень, убивая врагов этим ритуалом, мы, соответственно, повышаем продолжительность вот этого вот мега-полета. Как бы его назвать-то? Прыжок в гиперпространство мощный. Одним ударом используйте ритуал звезды, чтобы одновременно прибить насквозь двух противников. Пробить. Опять же, два уровня забрали, и это повышает урон. Пока что мы увеличили на 10%, но максимально на 50%. То есть мы продолжительность и урон можем у этого ритуала увеличить. Так, ну это понятно. Это с умениями. Что мы только что открыли? Мы же только что какой-то... Ага. Мне казалось, что мы, может быть, аспект открыли. Но нет, мы нашли фрагмент ритуала. У нас теперь будет еще больше полосочек для использования способностей. Надо расследовать таинственных дронов только что. Найденных нами. Дрон. Включить дрон Е для активации. В нем хранятся не все данные, только часть. Теперь я вспомнил. Пророк останавливался здесь и здесь повстречал безликих. То есть этот историк следил за ним? Если бы мы нашли еще один дрон, я бы мог реконструировать эти записи. Конечно. Окей, давай выясним, что дроны сумели узнать пророки. Установлю связь. Р4 перегружен. Поиск запущен. Давай. Поищем следующий дрон. Он, чтобы он от нас не улетел, потому что он какой-то шибко прыткий. Собственно. Запрашиваю помощь. Продолжаю поиск. Нет, понятно, что надо. Дрон, отчет о состоянии. Статус. Заброшен. Контроль над говнем. Пришел к кругу. Историк не осмелился вернуть свои дроны наблюдатели. Историк обосрался, короче говоря. Но он ничего не мог поделать. Ой. Вражеские турели. Где? Еще? Все турели уничтожены. Может быть, дронам ничего не удалось записать. Личная жизнь пророка была окутана тайной. Мы посмотрим. Спокойно, сейчас мы их распотрошим. И чё? Часу надо пролететь вот сюда вот. Не так ли? Окей. Мы попали вовнутрь. Вот и второй дрон. Скачиваю оставшиеся фрагменты информации. Есть контакт. Путь открыт. Сзади были долбанные турели. Я загрузил информацию. Она по-прежнему не полная. Надаю новый вектор поиска. Так, теперь у нас дронов два. Нужен еще один фрагмент.
Давайте, дрончики, ведите меня к своему третьему другу. Наконец-то, последний дрон. Отлично, восстанавливаю данные. Я не конструировал частный разговор. Давай послушаем. Форс, вас произвожу. Я нашел их. Они настолько не похожи на то, что я думал. Невероятно. Махем, это ответ на все наши мечты. С ними мы можем принести мир всей галактике. О, yes. Конец трансмиссии. Они были со Стрэндж и Маджем. Я не знал, что она была близка к пророку. Нора, я обнаружил модификацию, которую я смогу использовать. Отлично. Уникальная. Эта запись значит, что старейшина Махем и пророк и остальные 11 старейшин вместе образовали круг. Мало того, они разговаривали как добрые друзья, но я их такими не помню. Короче, у меня такое ощущение, что там пророк, короче, со всеми подряд. Пророк был тот еще кобелина. Дружил со всеми. Ну-ка. Что мне только что дали? Так. И это что? Ага. Кристальная эффективность. Уникальный предмет. Эта настройка, созданная на базе недавно обнаруженного артефакта, позволяет Форсу делиться с Нарой энергией и помогает ей проводить ритуалы. В конечном итоге расход энергии ритуалов значительно снижается. Расход энергии на ритуал снижается на 1. А, то есть на все ритуалы, да? Возвышенный усилитель ритуалов. Чем больше сегментов заполнено на индикаторе, тем выше будет урон. А если мы возьмем 3, то убив 3 противников, Нара на 10 секунд входит в транс, позволяющий использовать любые силы, не тратить энергию вообще. Само по себе, конечно, звучит просто потрясающе, но, блин, я же сейчас только... Сейчас же потеряю что-нибудь. А что я потеряю? Возможность стягивать и поглощать щиты. Что, в общем-то, не так уж здорово, хотя, с другой стороны, с новым ритуалом... Вот этим бесконечным, может быть, мне оно нафиг и не надо. Слушайте, я подумаю. Мне кажется, у меня две такие модификации должно было быть. Кристальная эффективность и у меня 3 есть. Точно. 15 к восполнению энергии. Емкость индикатора на 2. И расход на 1 снижаем. И при этом мы оставляем оружие. Так. Мне интересно, мы можем вообще максимально усилить свой корабль? Настолько, чтобы и урон от пушки, лазера и ракеты был максимальным. При максимальном корпусе, щите и все такое. Так. Ну давайте поставим эти штуковины. Конечно, мне неприятно терять бонусы другого набора. Ну, может быть, на самом деле мне теперь эти бонусы нафиг не сдались. 3 из 3. То есть убиваем 3 противников, 10 секунд входим в транс, там просто мочим всех направо и налево. Возвышенный. Так, а что у меня есть там? Боевой луч туда-сюда. Есть получше лазер? Огонь. Огненный луч. Разрывные выстрелы. Усиленные энерговыстрелы разносят вражеские корабли на осколки, нанося урон противникам поблизости. Но у него и урон по корпусу меньше. И зарядов меньше, и скорость накопления выше. Но общий урон больше, но, как вы понимаете, не сильно намного. Как-то лазеры мне не попадаются. Орудие хотелось бы побольше уровня взять.
Ну, на гавань я сходил, это хорошо. Так, ну наверняка здесь есть еще какие-то вот тайные места. Вот какое-то тайное место. Вообще карта не очень большая. Здесь еще, может быть, что-нибудь будет. Окей. Я не удивлюсь, если я все это дело пройду буквально за один стрим. Так. Нара, как выглядело твое обучение? Я проходила через тяжкие испытания, но я не была одна никогда. Объяснись. Всех послушников разбили на группы по 4 человека. У нас была очень сильная четверка. Нашим последним заданием было отправиться в далекое путешествие и найти предмет, который можно было бы получить, только если бы мы работали как один в хоре. А если бы вы не справились? Тогда бы мы не смогли вернуться. Но вы вернулись. Двое наших. Киша. Сволочи, вы перебили меня. Я не хочу с ними связываться. Ну ё-моё, такую историю забавную просто взяли и прервали. Я зол, я очень зол. Ладно, давайте нахлобучим этих козлов. Силы круга. Где вы там? Это считается за 3 убитых? Узнать вообще-то да. Зашибись. Очень легко их размочалили. Очень легко. Очень легко. Настолько легко, что аж даже стыдно. А с другой стороны, я тут про стягивание щитов говорю, а ведь у меня же есть аспект ритуала, который позволяет мне увеличивать щит. Во-первых, мы можем по цепочке молнии глушить противников, что, кстати, очень удобно. Они же группами летают теперь. Так, после прыжка у нас ритуалы больше урона наносят. Дрифт-транс только ничего не дает. Вот, временно заряжает щит Форсейкена сверх максимума. На величину урона, нанесенный вражеским щитам от ритуала грозы. Так что, очень полезная фигня, между прочим. Пройти ритуальный зал в сердце. Пойти в ритуальный зал. Ну давайте. Слабые колебания. Опять нас кто-то прерывает. Опять какие-то слабые колебания. Опять какой-то поверженный корабль. Что это? Руины? Останки? Кто-то потерпел крушение? Смотреть обломки. Я чувствую присутствие нескольких батарей. Ах ты, ёл. Нарушение ДДП. А вот они все, батареи эти. Нужно найти 6 штук. Я видел как минимум 3. Теперь у меня 4 подобрано. Вот еще один. И вот еще один. Ну, как раз батареи видно очень хорошо. Они ярко светящиеся. Мимо них не пролетишь. Опачки. Опа, опа, опаньки. Надерем вам попаньки. Сейчас прилетит сборщик
что он уже здесь. Да, без вопроса. Утилизатор. This deal is getting worse all the time. Alright, I'm out of here. See you around. Я, говорит, сваливаю. Изначально тебе здесь не должно было быть. Зачем ты сюда прилетел? Это очень опасно. Так, включаем сверхсветовую скорость. Торжественное место. Обнаружена область форпост Кесук. Новое здание сердца. Мы здесь. Самое сердце. Самое священное место круга. Лишь получившим благословение пророка дозволяется пойти. Он никогда не брал меня сюда с собой. Это опасное место, исполненное энергией безликих. Хо-хо-хо-хо. А какой форпост я только что увидел? Где-то поблизости, что ли, или что? Или это он и есть? Форпост каких-то Кесук. А. Какой-то странный красный камень. Давайте туда слетаем. Красный светящийся блымающий камень. Что характерно, его сбить нельзя. Форпост мы нашли, но тут ничего нет. Хотя, товарищи, я таки кое-что открыл. Что случилось? Ой, все произошло так быстро. Это какое-то необычное существо. Оно поменяло форму и исчезло. Жаль, что так вышло. Шай какая-то. Капитан Арво. На что оно было похоже? Да ладно, проехали. Говори. Живо? На кошмар. На кошмар из моего сна. Зря они не боялись безликих. А сюда можно попасть? Дверь-то я сюда не зря так нашел. Так. Зря они не боялись безликих, да, действительно. Безликих надо было бояться. Мне кажется, я тут видел очень много всяких разных меточек. Желательно посканировать. Тут их прямо до талого, слушайте. Их прямо до талого тут. Я вижу три. Ну-ка. Здесь какая-то пустота. Что здесь немножко неудобно летать. О, ящик. Кредитами. Еще на 1000 монет мы стали больше и богаче. Ой-ой-ой, стукнулся я, пардон. Ну, мы нашли еще воспоминания. Даже два. Прикольно. Эта тварь. Она явилась снова. Ты уверена? Да, абсолютно. Но что нам делать? Не знаю. Сообщить Арво?
А если нас застрелит? Я не вижу никакого оружия. Интересно, они... Первые поселенцы не боялись безликих. Но теперь они усвоили урок. Интересно, они встретили этих безликих вот до того, как мы вот в прошлый раз смотрели воспоминания, или после? Арва, эти твари, что мы видели, они вернулись. Ясно. Подберитесь к одному из этих существ поближе и подстрелить его. Конечно. Alright. Будьте осторожны, я скоро подойду. Поселенцы первыми стали стрелять безликих. Безрассудство. Впрочем, это характерная черта людей. Да. Увы, это так. Ну вот как всегда. Как всегда. Вместо того, чтобы обходить стороной какую-то непонятную абсолютно хрень, эти глупые людишки не нашли ничего умнее, как начать в нее стрелять, в эту хрень. Ну тупые, ну тупые. Тупые абсолютно. И вот на самом деле у меня возникает вопрос, а может быть всей этой истории не было бы, и безликие ни на кого бы не напали, если бы кое-кто не начал совершать идиотские поступки, всякие разные. Я вот прям слышу какие-то голоса. О! Держитесь ближе! Существи впереди! Стреляю! Пиу-пиу! Что происходит? Оно исчезло? Оно мертво? Нет, я промахнулась. Оно просто исчезло. Словно в воздухе растворилось. Ну и вот. Интересно, почему безликий не стал стрелять в ответ? Наверное, просто не воспринял их как угрозу. Интересно, это... Все, так сказать, воспоминания? Но мы видим, ребят, что тут было первое поселение, и оно однозначно уже опустошено. Key Ground Excavations. А могли бы жить, дожить, понимаете? Жить, не тужить. Нет, там ящик, но я такое ощущение, в него попасть не смогу сейчас. Этот красный камень, который светится, он светится, наверное, не просто так. Вот здесь вот дверь. Тоже, кстати, красная. Но я ее не могу пробить. Будем иметь в виду, на самом деле, что здесь что-то есть. Может быть, на самом деле, мне какого-то ритуала не хватает, еще одного. Кто знает. Че, давайте тогда полетим наконец-то к сердцу, к этому самому. Мы здесь, у самого сердца. Самое святое место круга. Лишь получившим благословение пророка дозволяется войти. Да. Опасное место. Ой, безлики. Из Мордовской ССР. Козырное место. С баннерами, понимаете, тут. Со всякими разными. Че это? Кто это нарисован тут? Энергия безликих держит эти врата запертыми. Я чувствую источники внутри. Снаружи. Нужно уничтожить их. Опустить врата ритуальных покоев. Добраться до сети пещер. Грузовой склад, конвертер. Хорошо. Здесь изображен непосредственно сам товарищ Бидонов, да? Я так полагаю. The Circle, вознесись. Какая-то площадка. О, кстати, да. Красные блымущие ворота, и они закрыты.
Что-то я опять нашел. Внимательно, конечно, надо карту изучать, потому что тут постоянно что-то есть. Это тоже ящик. Пусть это будет лазерь. Но это деньги. Мани. Я тут вижу кое-какие следы. Может быть, как раз это подсказка. Я уже зеваю чуть-чуть. Поздно. Мы облетели этот красный астероид с другой стороны. О, система пещер. Близко к поверхности. Ага, эта фигня тоже взрывается. Прекрасно. За спину. Ускорение, хорошо. Корабли сопровождения падают просто на раз-два. Чего там бурчишь ты? Отлично. Мне очень нравится сбивать противника так, чтобы они падали, разбивались во что-нибудь. Это так прикольно. Это чё? Вижу три какие-то точки. Что это такое? Это... Понятно, система перезагружена. Бур втянут назад. И он здесь, это не на время задание. Окей. Прорываемся. Эти пещеры созданы люди. Древние. Не древние. Были. Мины, конечно же. One energy flow terminated. Yes, I've seen these blisters before, inside the void. Ага, сгустки валим. Влияние безликих на эту идеальность усиливается. Надо остановить эту скверну, говорит Нара сейчас всем. Самой себе прежде всего. Куда нам идти-то? Назад, что ли? Окей. А, ну да. Сгустки безликих. Грузовой склад и конвертер у нас еще остается. У нас на выходе никто не поджидает. Так, мне не нравится это.
Это была не самая удачная попытка с моей стороны. Снайперские пушки. Вот эти вот турели мне явно мешают. Чтобы понимать, все остались, еще кто, может быть. Там внутри очень много всего интересного такого. Я успел или не успел? Сколько их сгустков тут? Три. Понятно. Это шляпа тут со всех сторон. Так, еще печати? Не все так просто, да? Раз, два, три, да? Типа. Хорошо, я достаточно быстро успел, хотя это все коряво получается с моей стороны. Все эти полеты во сне и наяву. Очередной повод вспомнить, что в этой игре есть хардкорный абсолютный режим, где ты теряешь свой сейф, если ты терпишь хотя бы один раз смерть и подыхаешь навсегда. Хорошо, что я этой фигней не пользуюсь. Удивительно, как энергия безликих резонирует с этим местом. Они в полной гармонии. О. И мы подпитываем тьму. Это еще что такое? Конвертер. Ага. Лобовые щиты у стервятников. У меня есть мои ритуалы. До свидания. Что тут еще и вот эти вот сгустки энергии есть. С
светящуюся желтую бабуню теперь можно убивать спокойно. Кажется, я всех вынес. Осталось только найти, где эти штуковины находятся. Все. Их тут, очевидно, 5. Я нашел 2. Я нашел 3. Четыре. Пять. That was the last one. The entrance seal is broken. Let's head back there. Yes. Так, все печати входа сорваны. Это значит, что можно прорваться вперед. Вперед это куда? Блин, субсветовый двигатель почему-то не работает, когда он мне так нужен. Хотя мы можем, конечно, на спейс ускориться. Слегка. Совсем чуть-чуть. Ритуал звезды используем для того, чтобы немножко побыстрее перемещаться между точками. Ну что, концертный зал открыт, да, все? Да, мы видим, что дверца распечатана. У нас уже пушки на макушке. Рота открытая. Наш путь к пророку. А может быть, мы тут пророка встретим? Может быть, он тут сидит? Может быть, его резиденция? Если он, конечно, дома, то, может быть, его и нету здесь. Как он тут живет? Здесь ни мебели, нифига нет. Это и правда самое сердце. Я чувствую, как мрак бездны сочится из него в наш мир. И безлики. Ты столпа, на которых стоят крижали для ритуала пророка. Отголоски его воспоминаний до сих пор звучат здесь. Что я должен сделать? Осмотреть. Не уничтожить. Они шипят. И вот те, кто встретится с самим собою, обретут полную гармонию. Да шагнет же наш пророк в нескончаемый хор вместе с вами. Старейшина Сайрис какой-то. Это мудрость. Она с Нимики. Она как песня, которую я вроде бы знала когда-то, но волны боли смыли память о ней. Жесть. Подлетаем ко второму. Светящемуся. Светящейся фигне. И расколотые души древних будут блуждать по безграничному космосу безликих. Пусть же нас пророк сделает шаг и объединит то, что было разъединено. Привет, Андрюха. Расколотые души, они блуждают без нее, я помню эту агонию. Эгони. Амароки, они заточили тебя внутри этого корабля. Как оно, Андрюха, что расскажешь нового? Чем занимаешься в последние несколько дней? Нам будет безумно интересно об этом узнать. Тем более в столь поздний час, в половину второго ночи. Так, еще одна светящаяся хрень тут осталась. Безликая бездна, наполненная всем, что мы подавляем. Нашими мечтами, нашей виной, нашим потенциалом. Пусть же наш пророк шагнет туда и откроет вам вашу вечную силу. Eternal Power. Да, эта истина кажется мне знакомой. Напоминает мне о системе стеги и о храме. Темпл. О, энергии сформировали отголосок. Ритуала. Может быть, я еще один ритуал сейчас получу? А чё бы нет?
больше способностей хороших и разных. Когда я был против? Ой, чё на стойне-то? Это не просто воспоминание. Это видение. Вот он. Пророк. И твой бывший послушник. Разар. Разар Назар. Так, ну эти хрени тоже начали светиться опять. Воспоминания Разара. Ритуал защитит нас. Пришло время, нарушители. Он искажен. Сила пророка ощущается здесь до сих пор. Я должна достичь полной гармонии. Разар будет моим якорем. Ё-моё, Разар будет якорем. Я есть сила в тени. Но прошлое мое настоящее. Мы становимся единым целым. Ой. Великий пророк, я вычислил изменников. Надеюсь, ты изолировал их. Убил своими руками. Но теперь сопротивление знает про это место. Это ничего не меняет. Я проведу ритуал. Да, великий. Я не пущу их сюда. Я полагаюсь на тебя, Разар. Старейшина Разар, вы слышите меня? Еретики приближаются. Это сопротивление? И что мне делать? Мне лететь туда? Ага, мне лететь туда. Сейчас мы будем смотреть бой, наверное. Вход в сердце. А. Ликвидировать силу сопротивления. Ага, я играю за Разара. Да, но у него никаких... Никаких способностей нет. Он дес. О, у него классные лучи. Так, а какие у него торпеды? А, у него вот эти вот. С мощными боеголовками, которые пробивают, убивают сразу всех. Ракеты хорошо шарашат, конечно. Но они, к сожалению, не самонаводящиеся. Добьем чувака. Все перебиты. Слишком мало сил противника. Охрана пророка. Оборона пророка повсюду. Нет. Нет. Компьютер, подключи меня к каналам связи сопротивления. Синяя группа в атаку. Нейтрализовать все силы культистов. Капитан Кардо, этот беспощадный фанатик. Ой. Всех мочат. Это резня. Так, лететь-то куда? Блин, плохо без ритуалов. Я не знаю даже где силы сопротивления. Никуда делись-то. Или мне вовнутрь лететь? В сам храм. Ну, по всей видимости, да. Резар какой-то лопух, у него ритуалов никаких нет, хотя у него есть хороший корабль. Так, они прилетели валить пророка. Ой,
Опа. Я довольно неаккуратно, конечно, действую тут. Многовато торпед, конечно. Ну-ка, стойте. Надо было сразу лазером стрелять. Это сволочь. Он еще тут один остался. Я переборщил, конечно. Переоценил свою силу. You should have sent more. Prophet guards, come in. Breached. Everywhere. No. No. Machine, lock me into the resistance channels. Close one. Move in. Neutralize all cult targets. Captain Cardo. That ruthless fanatic. No, have mercy! Execution squad, sweep the place. Burn them all. Let none escape. It's a massacre. Хорошо попал. Блин, задолбался своими минами, козел. Ракеты убойные, конечно, тут надо попадать прям вплотную. Опа. Америка, Европа. Пока у меня на боты не отремонтируются, я никого завалить не смогу, конечно же. Молодец, не останавливайся. Один остался. Узлик этот. О, я его сбил. Отлично. Сектор заблокирован. Прекрати операцию. Аборт, аборт. Мы потеряли наши отряды. Всем отступать. Беги. Брёшься. Ты получил карду. Для тебя это начало конца.
Великий пророк, можно проводить ритуал. Ты достойно сражался, Розар. Тебе будет оказана честь стать свидетелем величайшего ритуала. Отойди немного. Да, мой пророк. Пусть наш пророк шагнет туда и откроет вам вечную силу. Эта атака на сектантов не удалась. Они начали стреляться лучом в какую-то хрень светящуюся. Тремя лучами. Ой! Открылся портал в ад. Мы были разобщены силами в тени. Но вместе мы преодолеем раздор и обретем вечную гармонию в хоре единства. Ну и все, и он в портал спрятался. Что мы только что посмотрели? Пророк нашел путь в бездну. К ним. К ним. Он до сих пор там. Да. В какое-то мгновение слышал его голос. В хоре с безликими. Мы должны вернуться сюда и провести ритуал. Да. Мы должны. Три древних места силы, в каждом скрижаль. Координаты? Неизвестны, но я чувствую системы, в которых они находятся. Они дают в себе мудрость, которая понадобится мне, чтобы воспроизвести ритуал пророка. Я чувствую, что одна из них это, короче, в червоточине. Понятно. Выходим из этого адского места. Адского замороженного места. Карта обновлена, нажмите Tab. Тогда указывай путь. Скрижали мудрости. А они здесь? Нет, они все, по всей видимости. Ага, мы у врат. Понятно. Можно было просто на карте посмотреть. Скорее всего. Окей, одна, получается, скрижаль действительно в червоточине. В районе лаборатории Тариса. На Мароке одна. И в пограничье Стеги одна. Что-то мы не нашли. А еще у нас что-то на Нимике. И мастерством прокачали звезды и одним ударом. Ну это понятно, я думаю, что эта фигня будет очень просто прокачиваться. Кое-что я тут еще не проверил, прежде чем мы отвалим отсюда и вернемся назад. Хотя нет, наверное, возвращаться назад я буду на следующем стриме, уже что-то поздно, наверное. Есть еще одна точка неизведанная, неразведанная. Может быть, даже не одна. Вот тут еще что-то есть. И вот здесь. Да-да-да. Тренировочная площадка Сирены Вильямс. Видимо, то место, где она обычно принимает допинг. Так, пользовательская метка R. Окей. Давайте проведаем эту точку. Там наверняка тоже что-то интересное должно быть. Слабый сигнал. Вот обязательно рядом с какой-нибудь миссией у нас будет какая-то сторонняя миссия. Нужно будет сыграть очередной раз какие-то батарейки от корабля, который потерпел крушение, да? Я, как вы понимаете, не был неправ.
Мне должно быть еще два. Вижу. Без магазинов грустно. Хочется что-нибудь купить. На ту кучу заработанных денег, которые я уже тут набрал. Чувак, мы с тобой встречаемся слишком часто. Тебе не кажется? Ну, корабль у него с последней встречи стал получше, мне кажется, да? Нара, значит, зарабатывает все эти, находит все эти скрытые вещи в космосе. Чувак их собирает, обналичивает и потом покупает себе корабли, машины, женщин там, дома по всей галактике. Ну чё, посадочная площадка Сирены, где ты там? Или здесь в очередной раз будет более позднее задание, когда-нибудь попозже. Ну да, кстати, не исключено, что раз здесь ничего не включается, то мы сюда, может быть, вернемся как-нибудь попозже. Но в противном случае нам бы сейчас что-нибудь игра сказала бы. Либо Нара сама бы сказала чего-нибудь, либо Форс, он же Форсейкен. Но все молчат, ничего не говорят, поэтому, видимо, не сейчас. Ага. Я все думал о пророке. Каким он был раньше? Когда? До того, как поддался порче. Знаешь, поначалу он меня вдохновлял. Меня привлекало его учение о лучшем пути для человечества. А потом? Он стал моим наставником. Мы много говорили о будущем с глазу на глаз. Но по мере того, как росла его сила, я стал замечать в нем всплески самовлюбленности, нетерпимости и жестокости. Вести за собой других очень непросто. Это поражает внутренние противоречия. Я имел в виду, что вдруг эта сила изменит меня. Изменит. Но только тебя зависит, в какую сторону. Конечно. Давайте еще посмотрим одну точку. Да, решать мне. Форса. Я не думаю, что безликие живые существа вроде людей. По моим данным, поблизости должны быть... Да не буду я эти обломки обшаривать. Все, хорош. Иду, осматриваю особую точку маршрута, и мы заканчиваем на этом сегодня. Так, Андрюха пошел в Доту 2 играть, я смотрю. Мне кажется, я лечу куда-то в пустоту. Или я пролетел то место? Пролетел. Потому что оно где-то... Вот здесь. Где-то наверху. На вот этой ледяной глыбе. А, здесь тоже есть какие-то красные светящиеся камни. Может быть, здесь тоже... Ага, я что-то нашел. Я что-то нашел. Вопрос только, что это?
по-моему, ритуал охоты срабатывает сюда. Да? Ну-ка. Точно. Вполне возможно, что это выход. Выход, а не вход. Как раз к этой точке прыгать надо. Но что это за фигня, пока непонятно абсолютно. Какая-то дверь. Ну, как вы понимаете, дверь закрыта пока что. Опять же, у нас не хватает одного ритуала. И очень может быть, что как раз этот ритуал будет нам позволять эти двери открывать. Мы вот эту дверь нашли, которую мы не можем открыть. И возле первого поселения тоже нашли такие двери. И открыть их не смогли. Посмотрим. Это все, конечно же, мои предположения, догадки. Но почему-то я думаю, что эти догадки верные. Надо же, мы, оказывается, очень быстро расправились. В всяком случае, с первого захода. С этой территории. Там еще вот сзади что-то. На этой ледышке, или мне кажется. Казалось, как будто там тоже какое-то строение есть. Ну да ладно. Сохраниться-то я могу? Или что? Могу. Давайте вот это сохранение используем. Вот, и на этом закончим. О. О, поменялась картиночка заставочная. Хорошо. Нам показывают очередной храм какой-то. Ну что же, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и ботихи, товарищи, друзья, поклонники космических приключений, сделаем маленькую паузу в этой истории, небольшую. Нара продвинулась в сюжете, и теперь мы будем искать всякие разные, видимо, артефакты, чтобы добраться до пророка. Выяснить, что же с ним такое произошло в итоге. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание, за то, что смотрели меня в прямом эфире на платформах ВК, ВК Play Live, на Twitch, а также в записи на YouTube. Желаю вам по традиции приятного времяпровождения, остатка утра, ночи, вечера, где бы вы ни были на нашей прекрасной голубой планете. Мы увидимся с вами обязательно уже очень скоро с чем-нибудь еще. А пока всем до скорых встреч. Чао, какао, бай, yeah, baby.